Привет, меня зовут Терешков Александр. Я занимаюсь 3D-моделированием и визуализацией. За моими плечами 5 лет обучения в нархозе, 2 года в магистратуре, год в аспирантуре. После этого я работал несколько лет в банковской системе, несколько лет в IT-компании. Все это время я пытался найти ответ на вопрос, где мне будет интересно работать и где первое место будет занимать вопрос не сколько я заработаю, а мой личный интерес. В итоге я нашел эту сферу, это сфера 3D. Но и тут оказалось не все так просто. В интернете масса информации, он пестрит различными уроками, самоучителями, но они не дают четкой системы. Длительное время я пытался найти школу, где можно было получить знания системно. Таким образом, я нашел школу Евгения Грипинского, школу 3D Max Buy. Чтобы правильно задать вопрос, нужно уже знать наполовину ответ. То же самое и интернет. Он не дает полного представления, не дает общего представления картины, не дает системы. Вот. Никто по интернету еще ничему не научился. То есть с самого начала я учу людей понимать эти вещи. Когда ты понимаешь эту вещь, тебе не нужно знать, какие там кнопочки нажимать. Достаточно просто открыть программу, понимая, ты сам найдешь, что тебе нужно. Время обучения полгода было довольно напряженным, потому что приходилось заниматься в школе, заниматься дома, в то же время работать в офисе. Друзья, родственники, всех пришлось отложить на второй план. Но через полгода это дало свои плоды. Удалось сделать первое портфолио, первые работы, которые привлекли первых заказчиков. Сегодня, спустя год, у меня есть проект из разных стран, таких как США, Норвегия, Дания, Бельгия. Мне удалось реализовать мечту, сделать свою работу хобби. И за это я благодарен школе 3D Max Buy и лично Евгению Грипинскому.